Всем привет, с вами Вульф, и сегодня я продолжаю проходить игру Мафия 2. В прошлой серии, как вы помните, мы убили Генри, и мы перебили за это всех китайцев в ресторане. И не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Я эту серию записываю сразу же после предыдущей, кстати говоря. Ну кто там звонит? Ты готов? Да. Похоже, я готов, меня разбудил. Если сегодня не срубим денег для Бруно, нам капец. Откуда мы вот так вот возьмем и вынем 55 штук, а? Не знаю, но в кровати они точно не валяются. Эдди подкинул работенку за хорошие бабки. Правда? О, круто. Я заеду через пару минут, так что одевайся, бери пушку и жди меня снаружи. В машине все расскажу. Надеюсь, окей. Ни одна из твоих блестящих идей. Эй, я не в духе. Прости, я не хотел на тебя наезжать. Ну ладно, ладно, так ты в деле? Да. Почему бы и нет? Погнали. Ты когда доберешься? Я звоню из оружейной лавки за углом. Буду у тебя через минуту. Хорошо, окей. Давай к заднему входу. До встречи. Встретитесь с Джо у вашей квартиры. Чё оденем-то? Может, что-нибудь новенькое? О! Прикольная одежка, мне нравится. Вот такой-то одежке я и пойду, пожалуй. Ну, погнали. Нифига себе у нас тачанка. Эдди нам дал ее под эту работу. Давай, а? Угу. Садись за руль, у меня до сих пор башка гудит. Едем в Гринфилд. Погнали. Я вчера нажрался, что ли? Я тоже заснуть не мог, но бутылочка скотча и без проблем. Угу. Бутылочка скотча хорошо, что ли, пошла, да? Поехали в Гринфилд. Погнали, погнали. Эй, какого черта? Ты извини, если я твою тачку разобью. Теперь ты мне расскажешь, в чем дело? Мы просто туда заедем, шлепнем одного и уедем. Да он маньяк! Чего? Живым не берем! Эдди сказал, это услуга семьи из другого города. Незаконченное дельце. Он мне дал конверт с инструкцией. Сказал, все должно быть сделано чисто и непременно семьи. Какого черта та семья сама этим не займется? Эдди говорит, они долго его искали, и вот только-только нашли. И боятся, что если не поспешить, он опять смоется. Вот его фотография. А что он сделал? Вроде как сдал свою семью федералам. Ну, значит, заслужил. Годи-ка. Это значит, он был под программой защиты свидетелей, так? А если ее не сняли? Если и так, нам платят по нескольку штук, так что дело того стоит. А ну как скажешь. Послушай, нам же деньги сейчас позарез нужны, верно? Mm-hmm. Так что выполним заказ, потом разделимся и поищем что-то еще. Ладно. Тут окей. Сказано, надо еще что-то сказать, а потом валить. Вот, смотри. Я понял. И да, если увидишь Эдди, ни слова про вчера. Нас там не было. Последний китаец, которого мы видели, лапшу продавал, понятно? Да. Ты что, меня за идиота держишь? Ну тут присяжные еще совещаются. Главное, не проболтайся, вот и все. У нас тут что, автобан на Аляску? Нервничай, я спешу. Ты чего это вытворяешь? Спокойно, я знаю, что делаю. Сел обратно, тварь! И не выходи больше, ублюдок. Отправляйтесь на Оук-стрит в Гринфилде, не разбить машину. Блин, а я ее разбил, черт возьми. Вот дерьмо-то, ребят. Мне что, придется заново, что ли, ехать? Да куда ты перестраиваешься, блин? Покрышки слетели. Круто. У нас тачка просто, ребят, в хламину. Вон багажник что-то барахлит уже. Еле проскочили. Но тачка, конечно, шикарная, ребят. Это не то слово. Ты водишь прям как моя бабушка. Ладно, не так все плохо. Ты прям как девка. Ты всех попов города решил за нами. Помнишь, что надо сказать? Расслабься. Ладно, поехали. Поехали.
Надеюсь, они такую тачку-то примут. Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери передает вам привет. Ну не может быть, ребят, все так просто. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Вот где парни. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! У нас тут убийство, объект вооружен. Говорит агент Кокс. Сломался капот. Сейчас, блин. Сломался двигатель, точнее. Это все, чем меня порадует? Давай, садись, садись, садись быстрее. Он и правда был под защитой. Ага. Люди славятся тем, что любит опускать подобные вещи. Может, он не знал? Сейчас важнее стрекнуть. Да что ж такое-то? Я даже дверь открыть не могу. Все, меня грохнули. К чертовой бабушке. Описание. Рост 6 футов. Уезжаем, уезжаем, уезжаем. Быстрее. Вот где парни? Я пошел, пошел. Поехали отсюда. У нас тут убийство. Объект вооружен. Говорит агент Кокс. Понял. Вызываю полицейское подкрепление в Гринфилд. Сейчас, блин! Куда ты едешь, тварь? Вот ублюдок на этой федерал, тачке. Он и правда был под защитой? Эдди славится тем, что любит опускать подобные мелочи. Может, он не знал? Сейчас важнее их стряхнуть. А это что за ублюдок? Да чего это вы творите? Чуть не валяю. Красный. Зайди меня в Кингстон, ладно? Ты охренел, что ли? Я не да, понимаю. Эдди заплатил авансом. Так что вот твоя доля. О, три... штуки баксов, круто. Отвезите Джо в Кингстон. Окей, окей. Я тебя понял, Джо. Поехали, поехали быстрее. В Кингстон? Тут, в принципе, недалеко. Может, в пивнушку заскочим? Пивка глотнем. Почему бы и нет? Как он? Зеленый холм называется. Ну, круто. Так что ж, копперы никак не успокоятся-то. Ладно, ребят, в пивнушку я заскакивать, к сожалению, не буду. Нет у меня, во-первых, на это времени, а во-вторых, за мной копперы гонят. А, нет, вот сейчас могу в пивнушку заскочить. Могу себе это позволить. Так, заскакиваем в пивнушку. Естественно. Чем? Пивчанского мне давай. Пить хочешь. Старый Эмпайр, почему бы и нет. Джо, ты хочешь пиво? О, подлечились. Зашибись, ребят. Это круто. Давай, погнали. Сколько у нас? 3499, 50 баксов. Ой, 50 центов. Эй, ты же на красный проехал. Да пофиг. Ты водишь прям как моя бабушка. Ага. Желаю передай удачи, бабуле привет. Заезжай ко мне, когда закончишь. Ладно, до встречи. Коппера, поезжайте к Дереку и проверьте, нет ли у него для вас работы. Коппер повсюду, ребят. Ладно, поехали к Дереку. О, подстреливают меня еще. Так, к Дереку далековато довольно-таки ехать, ребят. Но я думаю, мы прогонимся с ветерком. И да, ребят, получается, остается у нас еще одна глава, если не считать 14-й. Это совсем немножко. Что ж такое, гребаный двигатель ломается все время. Сколько можно же ломаться? Я заколебался его чинить, если честно, ребят. Опять копперы. На подходе. Я от вас угоню, твари. Вам меня не поймать, ублюдки. Смотрите, он стреляет. Вот ублюдок. О-о-о-о-о, хп, хп, хп мало. Вот черт, вот черт, вот черт. Фух, вылечился, слава богу.
врежьтесь в этого ублюдка. Нет, они не врезались. Дерьмо-то какое. Заколебался я, блин. Ладно, садись снова. Быстро к ГДР-ку едем. Куда ж ты едешь-то, ё-моё? Всё-всё-всё, на всех парах, ребят, на всех парах. Поедем сейчас к ГДР-ку. Всех, блин, посшибал. Молодец. Просто красавчик. Витам. Ни хрена себе, он взял, врезался в грузовик. Вот идиот. Так, еще долго. Да, долго еще ехать, ребят, к сожалению. Ничего я с этим поделать не могу. Копер, вы меня не заметите, я уже уехал. К большому счастью. Так. Ну, чуть меньше осталось ехать, и то хорошо. Ну да, ДРК довольно-таки далековато находится, я даже не ожидал такого, ребят. Так, смогу ли я проехать сквозь машины? Надеюсь, что да. Надеюсь, никто не вздумает повернуть внезапно. А то я врежусь в него. Форсаж! Воу-воу-воу, главное не вылети. А то я плавать как-то не особо сейчас хочу, тем более с машиной. Так, ого, проехали с ветерком, ребят. А может, ДРК-у тачку продадим? Там же можно ее продать, да? Я помню то, что можно было продавать тачки. Ну, копов мне тут только не хватало. Ой, иди нахрен, не смей убивать. Не смей меня убивать, окей? Так, пошлите тачку загоним. Почему бы и нет? Пошел нафиг. Копер, пошел в жопу, а. А, сюда не загонишь, блин. Я думал, сюда загнать можно. Разворот. Опаздываешь куда? Все, погнали вот сюда. И к ДРК-у прямиком. Наконец-то от коперов отвязались, блин. Не прошло полвека, как говорится. Пойдемте к ДРК-у, наконец-то. Эй. Привет, ДРК. Опять жрешь, свинка, бля. Спасибо, что заехал. Я знал, что ты не подведешь. Слушай. Фрэнк организует совещание с другими боссами. Он забрал почти всех моих ребят в охрану. Так что мне некого зарядить тут на одну работенку. ДРК, они все равно не хотят работать. Что? Почему? Потому что ты уволил того козла. Эй. Черт. Вита, другая работа подождет. Сначала поможешь нам с этим. А в чем дело? Ну, этот бездельник неделю не выходил на работу. Типа он болен. Полная лажа. Ну, я его и вышвырнул. А теперь его дружки разозлились и грозят забастовкой. Надо появиться там с парой серьезных парней, чтобы навели шухер. Придурки напугаются и думать забудут, как бастовать. Плачу штуку баксов. Ну, конечно. Кто от таких денег откажется? Ну, ладно. Делов-то. Стой рядом и делай морду кирпичом. Асти. Увидим. Следуйте за ДРК-ом. Окей, окей. О, нам дрободан дали. А, хотя у меня он уже был.
Да, он у меня, ребят, был. Погнали. Ведем шороху. Эти уроды тупорылые, хрен знает, что о себе думают. У меня с ними не в первый раз проблемы, блин. Ну, с Томпсоном знаешь, побегу, ребят. 3, 4, 10, я-то откуда знаю? Какая разница? Не, я просто... И что будем с ними делать? Все зависит от того, как пройдут трудовые споры. Не надо мне, чтобы вы там пасти разевали и все поняли, какие вы тупые. Окей. Пойдемте, распугаем их. В чем проблема, парни? Возьмите Большого Джона опять на работу. Тут я решаю, кто работает, а кто нет. А я вам говорю, что он уволен. Мы просто просим взять его обратно. У него семья, ему нужна работа. Я уже все решил. Ну, что я говорил? Полегче, Винни. Мы хотим уладить с миром. Мы день и ночь задницы рвем на жирного придурка. А если с нами что случится, он нас нахрен выкинет, как Джона. А ну, сбавьте тон, молодой человек. Чтоб я ни слова больше не слышал про этого дармоеда. Это кто тут дармоед? На беднягу ящик упал, когда он работал. На тебя. Ему обе руки переломало. Ну, так это его руки, его проблема. А теперь марш на работу, пока у самих руки-ноги целы. Ах ты, ублюдок! Вы меня начинаете доставать. Не нужно крайностей. Пожалуйста, убери. Зачем нам это? Я вот так не думаю. И как по мне, сейчас у вас большие неприятности. Так что, если не хотите искать работу, то чтобы через 10 минут все были по местам. Видишь, Вито? Только вопят и ноют. Вито? Ты же сын Скалеты, да? Твой отец часто о тебе говорил. Ты на него здорово похож. Но как ты можешь работать на этого мерзавца? После того, что он сделал с твоим отцом? Закрой пасть, быдло. Быстро. Не слушай его, Вита. Пургу гонит. Давай, пошли. Пургу гоню? Вита, этот мерзавец убил твоего отца. Ах ты, сука! Что? Они просто пытаются тебя достать. Дерек. Эй, а можно пушку убрать, а? Ты спроси у него, как твой отец утонул в ту ночь. Мы видели, как они ушли со Стивом. А потом Стив вернулся один. Весь мокрый. А ну убери ствол от меня. Что случилось с моим отцом, Дерек? Ты сдурел, что ли? Ты кому больше веришь, мне или этим? Уже безработным. Мы с тобой давно знакомы, Вита. Подумай почему об этом. Почему ты был мокрый, Стив? Ты нырнул и пытался его спасти. А потому что он не хотел. Закрой свой рот! Вита, ты дал клятву. Я там был. Верность семье важнее, чем верность родным. Скажи это моей матери. Мне его убить? Нет, не здесь. Мы с ним позже разберемся. Ты меня разочаровал, Вита. Очень разочаровал. Да ты, ублюдок, я тебя сейчас убью, блин. Пошел вон отсюда. Я тебя не просто разочарую, Дерек. Пока тебя не убил. Твой отец... Не сейчас. Я достану эту сволочь, пока он не сбежал. Пора проучить жирного мерзавца. И нигде ты это взял. Неважно. Погнали, ребятки. Проучим этого жердея. Давай вмажем жирному ублюдку. Так, парни, вы за мной. Сошли, парни. Не нужно этого делать. Лишний ствол не помешает. Вита, давай. Выпекай. Окей. Нихрена это как произошло, ребят? Как меня убили? Охренеть. Отлично, хорошие шансы. Давай вмажем жирному ублюдку. За мной. Получайте, тваря. Не нужно этого делать. Лишний ствол не помешает. Вита, давай. Мы прикроем. Получайте, ублюдки. Убейте Дерка и Стива. Погнали. Убьем их. Во-во-во-во-во. ХП мало, ребят. ХП слишком мало. Надо срочно его убить. Так, ну высовывайся, говно. Погнали, убьем сначала Стива, потом Дерека. Ты тварь! Ах ты говноед, сука такая, а? Отлично, ты меня бесишь, ублюдок. Чать, ублюдки. Лишний ствол не помешает. Конечно, давай. Сам справлюсь.
Их тут дохренищ. И того, блин, больше. Получайте, проклятое отродье. Во-во-во-во-во, осторожней. Так. Погнали, их убьем. Они в кабинете, что ли, находятся? Я так понимаю. Сейчас узнаем, ребят. Сейчас мы это узнаем. Так, наверху еще куча врагов. Твою мать, ну так нечестно, блин. Не, ну правда так нечестно. Так, ребят, ладно, вернусь, когда я уже до тут дойду. Так, ребят, я нашел тут Стива, кстати говоря. Давайте его прикончим. Чё ты там сказал, ублюдок? Теперь я, кстати говоря, с дробовиком. Думаю, вот так будет полегче их убивать. Ну, наверное. Не знаю, если честно, ребят. Сейчас попробуем с ним побегать. Ну да, я довольно-таки их быстро всех завалил. А может, давайте с Томпсоном побегаем. И заедем к ним на этой тачке. Нельзя. К сожалению, нельзя! Ты охренел, тварь? Блин, Томпсон косит еще. Вот это и плохо. На самом-то деле. Так, 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 вон вижу Дерка. Или это не Дерек? Вроде как да, Дерек это. Твою мать. Умирайте, скоты. Ты уверен, тварь? Где ты, жирный скот? Ты что себе думаешь, Вито? Решил, что можешь просто нахреначить дел из потата? Ну да. Так оно и есть. Заколебал ты коктейльчиками молотом кидаться. Когда об этом узнаю? Не насрать. Убил жирного скота. Наконец-то. Я всю жизнь старался не повторять ошибки отца. А теперь оказалось, что я иду за ним след в след. Но хорошо, что я наконец узнал правду. Да и смерть Дерека помогла решить еще одну проблему. Обыщите кабинет Дерека. Типа деньги у него заберешь? О, бери. 22 438 долларов. Ни хрена себе. Дерека. Ну, это неплохо, ребят. Заработайте 27 500 долларов для Бруно. Окей. Ну, а мне не хватает немножко. А как же копы? Куда мне идти-то? А, черт, и что мне делать? А, так сейчас... На оставалку Майка поедем, ребят. Майка. Майка Бруски. И заработаем деньжат. Почему бы и нет? Неплохая идейка. И, ребятки. Правда, ехать туда далековато довольно-таки. Ну да ладно. За одну тачку мы где-то примерно выручим 500 баксов, я думаю. Ну, если смотря какие тачки, на самом деле, ребят. Если тачка говно, то и получим мы говно, мягко говоря. А если тачка классная, то и получим много денег. Куда ж ты едешь-то, Хоппер? Так, здесь повернем. Ну, вот эта тачка, на самом деле, классная. Грабьте магазины или угоняйте машины для Бруски. А магазины можно грабить? Ни хрена себе. Ну, круто, что могу сказать. Но я не хочу что-то там грабить магазины. Хотя, в принципе, можно пограбить. Вы имеете в виду типа таких магазинчиков, что ли? Я вот не понимаю. Пока что...
твою мать, капот еще. Точнее, двигатель еще сломался. Ай, моя машина! А ты че сел-то, я не понимаю. Давай, давай, чини, чини, чини это дерьмо. Смотрите, он нас подвез. Немножко так. Погнали, погнали быстрее к Майку, бруски. Может, заодно еще магазин пограбим. А ты че на встречку-то выехал, я не понимаю. А может оружейную грабануть, ребят? Почему бы и нет? Копы, блин. О-о-о-о-о-о. Че, нельзя сюда пройти? Дерьмо. Дерьмо, 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 уезжай. Дверь отвалилась, твою мать. Сколько же нам даст денег-то за эту тачку, мои грузки, если дверь отвалилась? Блин, ни на шаг не отступают эти сраные надоедливые коперы. О, черт. Не, ну, ребят, реально, ни на шаг. Так, поехали сюда. Быстренько. Или можно вот этот магазин грабануть. Почему бы и нет. Ну, вот этот магазин с одеждой я имел в виду, ребят. Так, 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 быстрее, 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 чини это дерьмо. Погнали, грабанем. Убери чертову пушку! Не убивай! Вы охренели? Не, не звони. Не стреляй! Назад, назад. А чё ты... Деньги ты сказка... Не забираешь. Вас понял. У нас потери! Валите, урода! Ясно? Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Я чё-то вообще не нашел. А, там денег? Ну ладно, поехали отсюда. Как можно скорее. У этого чувака, кстати говоря, по-моему, такая же тачка, как у меня. А, нет, чуть-чуть отличается. Ну ладно. Нечего, блин, было грабить магазины. Это не увенчалось успехом. Тогда поехали на свалку Майка Бруски. Что это было? Я? Ты, да у меня их нет, забыл, что ли? Если это не ты в прошлый раз, конечно, говорил. Про права. Фух, успел проехать мимо него. А то бы сейчас врезался. Спокойненько. Давай, 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 быстрее, Вито, гони. Как можешь. Так, еще чуть-чуть, ребят. Осталось ехать. Сейчас пересечем этот мост. И почти доедем до Майка Бруски. Оружейку, наверное, нет смысла грабить. Поэтому я и не буду этого делать. Куда ты выехал? Гребаная эта ублюдина. Тебя убить, я не понимаю, вот куда ты щемишься, а? Куда вот ты щемишься? Вот и получил по заслугам, тварь тупая. Нет! Fucking shit. Господи, ладно, ребят, вернусь тогда, когда уже доеду до свалки. Итак, ребят, я почти доехал до свалки Майка Бруски. Давайте сейчас доедем до нее. Главное, чтобы сейчас двигатель не сломался. Ну, если мы, конечно, в тачку какую-нибудь врежемся. Или в здание, например. Все, ребят, доехали до свалки Майка Бруски. Можно сейчас начинать создавать тачки.
и забирать свои кровные деньжата, заработанные! Фух, это было близко, ребят. Это было очень близко. Все, высаживайся. Сколько нам денег-то дадут за эту тачку, мне вот интересно. Давай прессом сдавливай. Что за говно? $427. Я думал, там сломался пресс. А он не сломался. Так, ладно, взламывай тачку эту. Давай, давай, быстрее. Чем быстрее, тем лучше. А, дьявол. Готово. Так, нам 27,5 надо, да, заработать. А не хватает $1200 примерно. Ну, это примерно 3 тачки, ребят. 3 тачки, и мы заработаем 27500. И отдадим долг Бруно. Ждайте машину с помощью пульта наверху. Но это я понимаю, но почему-то он не работает. А, он работает, но что-то мне показалось, что он сломан. Ладненько. Еще не хватает, ну, примерно 1000. Ну, 800. Это как раз-таки две тачки. Пойдемте подвезем ему две тачки быстренько. И чем быстрее, тем лучше. Правда, где их найду-то? Вот если бы вот этот металлолом можно было сдать, было бы круто на самом деле, ребят. И все время бегать, и это уже начинает надоедать. А вот такую тачку мы не сдадим. Навряд ли, ребят. Лучше я уж угоню тачку. Так, копер, проезжайте. Не-не-не-не-не. У нас потери, валите, урода! О-о-о, осторожней. Копер, я тебя видел. Давайте эту тачку поповскую отдадим. Понял. Почему бы и нет? Тачка как тачка. Так, ну только надо свалку Майка Бруски отметить на радаре. Куда ж ты едешь? Не смей переворачиваться. Как тебе коповская тачка? Понравится, я надеюсь. Давай, заезжай. За Коповскую, я думаю, больше должен дать. Хотя не знаю, почему. Но все-таки это Коповская тачка, ребят. Ну, $400, надеюсь, даст хотя бы. 442. Даже больше, чем мог бы дал. Осталась примерно одна тачка, да. Не хватает где-то $300. И мы отдадим долг Бруно. А, 27500 еще с Джо получается. То есть мы 55 как раз таки отдадим. Я думал, нам 55 придется тащить ему, но это было бы слишком. Слишком бы он губу раскатал с каждого по 50 косарей зеленых. 27,5 с меня и 27,5 с Джо. Давайте вот эту тачку угоним. Не знаю, даст ли он нам за нее деньги, потому что у нее деревянный такой каркас. И не думаю, что он много за нее даст, и мы много за нее выручим. Но все-таки стоит попробовать, ребят. Так, ну ты не переворачивайся. Давай, 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 гони, 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 гони. Поехали быстрее. Надеюсь, она вместится в этот пресс. Я на это, ребят, на самом деле очень сильно надеюсь. Так. Ну что, сдавим прессом, я надеюсь. Такая тачка-то тебе пойдет. $400 ровно, ни хрена себе. Так, ну все. Вы собрали достаточно денег, отправляйтесь к Джо. Прямиком к Джо. Так, перезарядим этот автомат. Замечательно.
Так, все, погнали к Джо теперь. Ну, надо, естественно, сейчас тачку какую-нибудь найти. Не пешкодранчиком же к нему идти, блин. Так, тут, в принципе, не так уж и далеко. Думаю, быстренько мы до него доедем. И начнем тогда уже 15-ю главу, ребят. Ну, я так думаю. Сейчас мы это узнаем. Ни хрена себе, она отреспавнилась. Ну, круто. Но я что-то все равно ее брать не хочу. Она, видимо, тут вечно стоит. Стой, 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 стой. Куда ж ты едешь, таксист? Вылазь нахрен. Да, вылазь нахрен. Темные волосы, худоща. Воу-воу-воу-воу-воу. Копперы, 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 копперы. Меня чуть не убили, блин. Так, поехали быстренько к Джо, ребят. Так. Кого-нибудь подвезти? За неплохую плату подвезу, блин. А почему бы и нет? Развязка, можно сказать, ребят, близка. Интересно, что будет в финале? Чем же все это кончится? Я, ребят, не проходил игру. Я, по-моему, вам уже об этом в первой серии говорил. Поэтому финала и не знаю. К сожалению. Так, все, доехали, да, Джо, наконец-то. Можно и высаживаться теперь. Пошла в задницу, тварь. Глаза разуй. Я нормально вожу, блин. Че мне все говорят, что я плохо вожу? То Джо, то эта дамочка. Я не понимаю, в чем дело. Собственно говоря. Все, погнали к Джо. Ну, открывай нам, Джо. И 27 с половиной кусков зеленых. Сперва давай. Я подумал, что он просто опаздывает и пошел перекусить. Два часа спустя Джо так и не пришел. Темнело, я начал волноваться. Пора было его искать. 6 часов спустя. Что же произошло-то 6 часов спустя? Может, Джо встречается с Эдди в Соколе? Спросите Эдди, не знает ли он, где Джо. Джо, почему тут все зеленое? То желтое, то зеленое. Я не понимаю, что с этой игрой происходит. Может быть, его блевать тянет. Фиг его знает. Ладно, к Эдди погнали. Что же может произойти-то такого с Джо, я вот не понимаю. Но я надеюсь, его не убили, как Генри. Ну, Генри, конечно, жалко, ребят. Хоть он и работал на Климента, но... Он же все-таки наш друг. Если бы он не был бы, конечно, нашим другом, то мне бы его жалко не было. Но мы с ним довольно-таки через многое прошли. Ну, скорее всего, да, ребята, он у Эдди, я думаю. Ну, где еще ему сидеть-то? Ну, может, он с какими-нибудь девками перепихивается, возможно. Это не исключение. Так, здесь надо быть поосторожнее. Все, доехали. Доедем. Можно парковаться и идти за Джо. Ну что, Джо, встречай. Так, все, зашли. Так. Вито, ну наконец-то. Ты слышал, что случилось? А что случилось? Генри мертв. Что? Ну, да. Йоза его прямо на куски порубили средь бела дня. Почему? Так ты ничего об этом не знаешь. Ну, хватит врать, Генри хотел предложить мне какое-то дело, но я отказался. А что случилось? Генри дурак. То есть был. Решил поторговать наркотой с китайцами. Знал же, что дело запретное, но попался.
Карло его простил, только взял небольшой штраф. Но косоглазые подставили Генри и порубили на куски посреди парка. Черт! Нельзя вести дела с желтопузами. Хуже того, Генри работал не один. Вчера какие-то парни перебили толпу косоглазых в китайском квартале. Теперь они грешат на нас или на Винчи. Винчи уже начали угрожать. Если быстро все не разрулить, мы по уши в дерьме. Ты точно ничего об этом не знаешь? Ничего, Эдди, клянусь. Да? Ну а Джо? Джо пару дней был со мной. Тогда вам повезло. Карло сейчас нет в городе, но когда он вернется, будет некрасиво. А то. Надеюсь, ты мне не врешь, Вито. Пойду-ка к Джузеппе. Он всегда держит нос по ветру. Погнали. Кто такая Джузеппе, я чуть не помню. На самом деле, ребят. Готово. Взломали точилу. Неплохая такая, кстати говоря. Так, Джузеппе, кстати говоря, недалеко. Так что доедем в два счета. Ну, погнали, погнали, быстрее. Воу-воу-воу-воу-воу, осторожнее, осторожнее. Это ж ты едешь, блин. Воу, нифига меня занесло. Давай, поехали, поехали. О, осторожней, грузовичок, куда ж ты едешь-то? Джузеппе, я к тебе еду. Все, почти доехали к Джузеппе. Готово. В жопу иди! Сюда. А, собственно, куда мне идти-то? Наверное, вот сюда. Ну, я так думаю. Да, тут вроде как задний проход есть. Черный вход, можно так сказать. Джузеппе, а на каком ты этаже? Меня вот это интересует, а? Вот эй, это. Джузеппе, я ищу Джо Барбара. Он был тут сегодня? Алло, Вито. Да, Джо заходил. Здорово, я весь день его ищу. А он не сказал, куда направляется? Нет, и сдается мне... Он и сам этого толком не знал. Что такое? Он искал работу, но прежде чем мы успели это обсудить, появились какие-то ребята и уволокли его. Что? Кто? Это были люди Винчи. Сказали, мистер Винчи хочет с ним поговорить. Куда они могли поехать? Нон-Лосо. Может, в Мона Лизу. Это их бар. Черт. Что-то не так? Не знаю. Скажем так, мы сейчас не в лучших отношениях с мистером Винчи. Да, у Джо был нерадостный вид. Ах, как мне это не нравится. Надо выяснить, что происходит. Надеюсь, ничего серьезного. Буэна фортуна, Вита. Буэна фортуна. Да ты бена, Вито. Найдите Джо и спасите его. Блин, Винчи, наверное, все разузнал. О том, кто напал на ресторан-то этот китайский. И сейчас будет его потрошить, черт возьми. И меня заодно. До свидос. А, сейчас тачка-то хрен доедет, наверное. Да-да-да, ребят. Ну, забирай, забирай свое дерьмо. Ой, блин. Ты что, решил со мной подраться, что ли? Я что-то не понял. Раз, два и три с коленочки. Старичок, что-то ты не на того напал. Описание. Рост 6 футов. Я-то не специально тебя пытался угнать тачку. Я думал, то, что моя куда-то запропастилась. О-о-о-о-о-о. Коперы опять за мной едут. Это не к добру. Надо угонять от них. Едь! Я тебе тачку разбил? Ну да. Но это не моя вина, это твоя вина. Сам виноват, что в аварию попал. Так, осторожненько. Все, поехали. Так, что за бар-то? А,
Название бара, к сожалению, не пишется. Да, тачка наша прям в хламину какой-то превратилась, блин. Все, готово, доехали до бара, наконец-то можно и парковаться. Давай, заходи в эту Монализу. Стоять, и может не убью. Привет, парни. Ну и наглец же он. И я тебе рад. Не шевелись. Эй, послушай доброго совета бармена и брось дурить, Вита. Так, во-первых, прошу медленно бросить оружие на пол. И без глупостей, пожалуйста. А то у бармена пальчики подрагивают, а? Я без оружия. Ладно, так зачем ты пришел, Вита? Мы тебя не ждали. Я ищу Джо Барбара. Я слышал, его зацапали твои парни. Возможно. И что ты задумал? Мы с Джо тебе ничего не сделали. Мистер Винчи думает иначе. Он хотел получить объяснение. Их-то Джо сейчас и дает. И раз уж ты заглянул на огонек, почему бы тебе не присоединиться? А если я не захочу? Эти пушки говорят, что хочешь. Но не волнуйся, там отличный вид. Ты охренел, что ли? Взял меня, вырубил. Кстати говоря, пушки-то у нас есть. Черт. Какого хрена, Джо? Придурки пошли отлить. Клево. А вот скажи, какого черта мы здесь делаем? Этот старый козел Винчи не видит, что у него под носом. И надеется, что я ему покажу. Идиот. Хо-хо-хо, сладкая парочка уже здесь. Добро пожаловать, Вита. Что происходит? Тебе не с чего с нами так поступать. Не с чего? Не с чего? Сначала история с Лео, а потом в городе начинается полный бардак. Китаёзы сходят с ума. Все словно ополоумели. А теперь желтокожие еще и меня пытаются убить. Никакого порядка! Я слишком стар для этого, так что будь добр, расскажи, что за хрень происходит. Ну, я весь внимание. Мистер Винчи, ну, я без понятия, что происходит. Поверьте. Мы с Джо тут ни при чем, правда? Это не то, что я хотел услышать. Ну так это не наша проблема, потому что мы вообще ничего не знаем. Это плохо. Наконец-то. Времени мало. Надо что-то делать. Хорошо. Попробуем выломать трубу. Давай, помогай. Один я не справлюсь. Ладно. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще. Раз, два, три. Твою же мать за ногу. Бери ствол. Нифига он его ногой выпинул. Так, надо скрытно его увидеть, постараться сейчас. Это что за шум? Черт, я случайно его толкнул. Вот дерьмо-то. Погнали, убьем последнего гада. Ну убивай! Готово. Так, сейчас там внизу еще будут ублюдки. Я помню. Оу-оу-оу-оу, осторожней. В Джо лучше стреляйте, не в меня. На, тваря. Получайте, скоты. Убежать он решил, ни хрена себе. Гребаные люди Винч, как вы мне надоели. Надо обойти их срочно. Воу-в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 оу! Черт. Заново. Так, ребят, я продолжаю. Тут у нас
Парочка ублюдков. А, погнали, пристрелим их. Нехрен ждать, пока они что-нибудь придумают. Да пошло оно. Да кто это говорил-то? Джо, что ли? Да нет, по-моему, не Джо. А вот этот вот ублюдок. Ладно, погнали. Вот тебе, подонок. Отсюда. О-о-о, перезаряжай это дерьмо. Не-н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 е, уходи, 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 уходи. Фух. Дерьмо-то, а? Лечись давай. Лечись! Гребаный Гитлер. Сдох наконец, тварь. И его убили. Круто. Так, бери ствол. Все, пойдем остальных убьем, Джо. Джо-джо-джо, погнали, погнали. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Осторожней. Готов. Кстати, еще двое. Извиняюсь. Чихнул, блин. Так, остался еще один. Все, готово. Погнали. Погнали отсюда быстрее. Я не хочу здесь больше ни на минуту оставаться. С этими ублюдками. А, свет в глаза. Гребаный свет в глаза. И как отсюда свалить? А, вижу. Вход вниз есть. Давай, 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 быстрее, Вита. Что-то сохранение не прошло, не к добру это, ребят. Чувствую, это не к добру. Ах ты тварь, ах ты тварь! Не смей меня убивать. Бери магнум. С магнумом, думаю, будет поинтереснее побегать. Хотя не особо. Интересно, лучше уж побегаю с этой пушкой. Или с кольтом. Да, с кольтом тоже можно побегать. Неплохая пушка. Думаю, даже получше, чем револьвер будет. А можно еще у него дробадан взять. Давайте этим займемся. Ну что за говно? Как ты меня убил-то? Вот дерьмо-то. Вот они прям стреляют и попадают как будто в голову. По половину жизни за раз сносит. Это вообще, как мне это интересно происходит? Вас, не знаю, а им что ли? Так, тут никого. Спускаемся еще ниже тогда. Так, тебе это понравилось? Давай! Сейчас может еще кто-нибудь выстрелить. Я вот помню тут. Могут пострелять спокойно в меня. Погнали Вита, вниз. Иди сюда. Тут можно выйти наружу. Где, где? А, вижу. Погнали, погнали. Быстренько отсюда. Вот черт, а? Дерьмо-то какое. Ай-яй-яй. Что там еще кто-нибудь есть? О, осторожней! Ну, высовывайтесь. Ну, ты высовываться собираешься? Блин, ну что это такое? Я не понимаю. Как? Скажи мне, как? Ладно, вернусь тогда, когда уже до тут. Так, ребят, наконец-то я дошел до этого места. Погнали их добивать, этих гаденышей. Ну, вылази. Вылази, тварь! Ослепили, меня ослепили! Черт возьми, Джо, спасай. Мне твоя помощь пригодится сейчас. Вот он где засел! Ах ты, тварь! Ты что это удумал?
Мы его подбили вроде. На, тварь. Думал меня убить, а вот хрен тебе, чувачок. Погнали, погнали вниз, Джо. Валим отсюда. Куда ты делся? Джо, а, вон вижу. О, гранат бери. Сейчас, поход, будет жесть. Мне так кажется. А может и нет. Ну, не просто же так мне дали гранат. Сохранить прошло, жесть будет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ловите, твари, выпустите. Блин, ну чё такое-то? Не успел, блин, кинуть гранату, как убили сразу же. Ловите, ублюдки. Оу-о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 у. Осторожней. Ловите еще. Куда ты кинул-то, дебил? Ты не ко мне, надеюсь, кинул? Воу! Воу-воу-воу! Осторожней, осторожней. Убивай давай. Гребаный винчик, а ты мне надоел. Пошли добивать их. Чё тут стал-то? Куда идти? А, вон вижу ход вниз. Не-не-не-не-не-не-не, я вам живым не дамся. Остался последний. Пошли добьем его. Выберитесь из здания вместе с Джо. Погнали, погнали отсюда. Ну, последнего я не собирался оставлять живых. Я сразу его убил. Вита, они меня здорово отделали. Кажется, да я уж вижу. Врач. Ладно, сейчас доставим тебя к Эль Греко. Погнали, к Эль Греко. Только сейчас таксишку угоним, конечно же. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Почему он сразу не садится, когда он выкидывает чувака из тачки? Ой, не туда, не туда, не туда. Извини, чувак. Не специально. Так, к Эль Греко далековато ехать. Нахнуть больно. Они мне ребра переломали. Полегче. Эль Греко тебя починит. Да, конечно. Ой, блин, кашляю. Вот мне каждый раз перо под ребра вгоняют. Чем больше дергаешься, тем хуже тебе будет. Слушай, Вита, спасибо, что пришел на помощь и рисковал своей шкурой. Мы же с тобой в одной лодке, а? Как всегда. А теперь расслабься уже, пока ты мне все штаны кровью не залил, а то правда придется перо тебе всунуть. Нашел, мать твою, время комедию ломать. Ну когда же уже начнется последняя голова, мне вот интересно. 15-я. Я не думаю, то, что она будет длинной, но не думаю, что будет короткой. Средней, наверное, будет эта голова. Так, почти доехали. Осталось еще немножко. Едь быстрее. Чё ж такое? Чё такой медлительный этот таксист? Я и то быстрее тебя гоню, блин. О-о-о-о-о-о. Осторожней. Так, все, почти доехали. Уже совсем немножко. Ну все, вот мы и доехали к Эль Греко. Давай, сшибай ворота эти.
Помочь? По-моему, в прошлый раз я их тоже сшиб. Что делать? Он их починил. Отвези Бруно. Ладно. Хоть с этим разберемся. Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Привет, док. Мне надрали задницу, и я харкаю кровью. Да что за день такой? Тут еще один из ваших. Кто? Его зовут Антонио Бальзамо. Тони Бальзам? С ним что? Кто-то его крепко отделал. Боюсь, ходить он больше не сможет. Что? Это тебя удивляет? Вся эта кровь, смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Рано или поздно везение кончится. Кто следующий, ты? Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да, но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно, заходи. Главное, уладь все с Бруно, хорошо? И еще Вита. Спасибо. Конечно, поправляйся. Рассчитайтесь с Бруно. 55 штук, $124.08 у меня, кстати говоря, довольно-таки много. Блин, к Бруно этому еще гребаному ехать далековато довольно-таки. А мне же разве деньги отдал, я что-то не видел даже этого. Еще на этой таксишке хрен доедешь. Она медлительная довольно-таки. Лучше бы какую-нибудь классную тачку мне подсунули. Суперкар, я не знаю. Хотя, наверное, суперкаров в то время не было. Ни хрена себе, у меня диски аж улетают. Давай, едь, 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 едь. Развернулся Коппер и поехал ко мне. Вот, блин. У меня нет времени с ним бороться. Мне сейчас надо к Бруно быстро, пока долг не возрос. На штуку баксов или на сколько там за неделю возрастает долг? На штуку или на 10 штук? По-моему, на 10 штук баксов, да, на 10 штук. Так. О, уже меньше осталось. И мы доедем. Ну вот если сейчас разогнаться так хорошенечко до 140 км в час, то, в принципе, я доеду быстро. Вот как раз тут прямая такая на этом мосту. И здесь можно разогнаться хорошенечко. Че ж ты делаешь-то? Блюдок. Взял, вырулил и сбил другого чувака с такой же машиной. Так, немножко поменял я. Не-не-не-не-не. Лучше я развернусь. Лучше развернуться. Да, лучше уж развернуться. А то мы сейчас 100 лет будем ехать. Так, ну чё, давай, показывай другой путь. Вот, здесь гораздо быстрее. Сейчас бы поехал по прямой, и мне пришлось бы 100 лет ехать. Вот в прошлый раз я также свернул не туда, че не свернул. И мне пришлось 100 лет ехать. Поэтому стоит не игнорировать повороты, можно так сказать. Ни хрена, я высадился. Так, ладненько, давайте обойдем этот дом и зайдем в него с черного хода к Бруно. Бруно, ты где? Эй, мне нужен Бруно. Да, давайте. Принес? Да. И побыстрее. Ну заходи, тебе повезло, мы уходить собирались. Добрый вечер. Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они.
признаться, я немало удивлен. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело. А, спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито... Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалетто. Но должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Ха-ха. Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно. Итак, ребят, глава 15. Через тернии к звездам. Ойстер Бэй, 26 сентября 1951 год. А мне это интересно, почему я домой-то не вернулся? Дела шли паршиво и грозили стать еще хуже. Рано или поздно правда всплывет. И тогда на нас ополчатся не только Винчи и китайцы, но и фальконы. Не так я себе все представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги, машины, женщины, уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли тюрьма, постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог, но шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос времени. Ну, я предлагаю, ребят, на этом серию нашу закончить. Увидимся уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.